Всех приветствую, всем приятного просмотра и давайте продолжать. Так, я остановился точно на том же месте. Далеко я не уходил, так сказать, от этого всего. Что я хотел? Я хотел... Блин, перед этим другую игру записывал. Что я хотел? По-моему, разобрать кроликов. Либо кроликов я разобрал. Либо что-то разгрузить я хотел. Что-то у нас ткань... Палочки, перевес. Почему у меня перевес? Я помню, что ты хотел сделать. Я сюда специально топал. Только ради чего? Свежая рыба. Кто мне напомнит? Я помню, что в прошлой серии на чем-то остановился и хотел что-то сделать. Так, давай закроем. Что у нас по поводу кожи? 21, 21. Блин, ну это... Ну это несерьезно. Так, нож, нож, нож. Достал нож, режь. Блин, честно не помню. Хотел в этой серии что-то сделать. Что конкретно? Либо что-то выложить, либо... Действие собрать. Или подождать пару дней. Блин, давайте, наверное, пока у нас есть мясо. Мы с вами пару дней подождем. А точнее, 3 дня. Волк, волк, ради шкурки кролика. Я хочу конкретно с вами отремонтировать себе шапку. Хочу шапку себе отремонтировать. И хочу варежки себе отремонтировать, потому что дальше идти я не хочу. С такими нападками зверей на меня... Вот, 25% и варежки 44%. Хотя мне, наверное, кроликов двух не хватит. Наверное, не хватит, да? Водичка ж есть вроде, да, есть. Блин. У меня тут два варианта. Либо оставлять здесь нашу одежду. Просто если она полностью разрушится... Если она полностью разрушится, это будет реально печалька. Что по поводу еды? У меня ж тут много ее. Ну да. Давай съедим. Давай тебя съедим. Могу себе позволить. Могу позволить себе шикарный ужин. Да, я знаю, вы ничего не видите. Палки, палки, древесина... Ладно, давай сделаем вот так. Подождем 5 часиков. Сейчас станет светлее немножко. Немножко станет светлее. Во, вот так, наверное. Давай запрячем. Давай возьмем в руки вот эту вот штуку. Сходим вниз. Во-первых, мы от веса избавимся лишнего. А во-вторых, зарисуем нашу карту. Согласны? Во. И плюс эту штуку еще пособираем. Но я помню, что я точно хотел идти сейчас в эту сторону, исследовать, посмотреть. Но мне нужно, наверное, больше кроликов. У нас же стрелы с вами еще остались. Или не остались? Откуда у меня перевес? Что у меня? Что у меня лишнего? Есть блинчики, 35, полкилограмма чего-то еще, да, нужно избавиться. Вон, давай тебя съедим. Да-да-да, сухомяточка, я знаю, пить. Так, и еще. Чего-то, наверное, нам бы выкинуть. Блин. Так, вижу оленя, но нам не нужен зайка. Стрелы, по-моему, в прошлой серии мы с вами делали, да? Нам нужен тут зайка, а тут зайки у нас нету. А где зайка? Так, я тебя тоже соберу. Дай сюда. Ладно, чтобы тут волков не было. Да.
Сейчас пройдемся, если зайку здесь не найдем. А, наверное, зайку мы здесь не найдем, да? Ага, холодно. Так, олени. Ну, такое нам не надо, такое нам не интересно. Хорошо, давай просто тогда идем вперед. Возможно, по пути мы его встретим, нашего зайку. Чтобы мне такое выкинуть, чтобы мне было жалко. Труд, березка, медицина. Кто ты, обезболивающее? Ну ладно, 130 грамм. Я думаю, у нее до такой степени есть сильно много. А, стоять? Стоять. Во-первых, у меня идет запах, я не знаю почему. А во-вторых, мне нужно вернуться, мне нужно сделать себе факел. В любом случае, нужно себе сделать факел. Так что давай вернемся. Немножко пробежим. Блин, кто бы мне сказал, мне нужны камушки для того, чтобы огонь делать, либо не, либо их можно выкидать. Чтобы они у меня вес не, лишний не занимали. Сейчас сделаем хотя бы штучек 5 себе факелов. Оставим здесь, наверное, еду какую-то. Хотя я не знаю, сколько у нас будет путешествие наше длиться. Ладно, сейчас посмотрим. И нужно будет здесь сейчас метку оставить. Не забыть. Так, еда, напитки. Выбрать. Делаем вот так вот. Все, шикарно. Здесь у нас с вами будет лежать удочка. Тут у нас будет с вами... Дай мне... Да не тот, не то ты берешь вот это вот, да. Не то ты берешь. А тут у нас будет с вами еда. Так, разжечь огонь. Сейчас разожжем. Наберем факелов. Чисто ради этого буду разжигать. Водичка вроде есть. Нам литра должно хватить. Ну, может, еще стаканчик сейчас себе заварим. Может, чаек наделаем, посмотрим. Так, добавить. Там палочка мне нужна. Так, котелок. Готовить. Нет, не туда. Назад. Готовить. Вот. 9 минут. Подождать. Забрать. Готовить. Я не помню, сколько нам нужно взять это, как его, березки. Чтобы мы с вами могли чай сделать. Так, вода. Давай, литр. Подождать. Подождать. Забрать. Забрать. И давай набираем факел. Тушим. Нет, не то. Нам нужно штучек 5, наверное, сейчас будет забрать их. Не, не то. Не то, не то, не то, не то, не то. Отдай факел, пожалуйста. Божечки, игра, дай факел, пожалуйста. О, вот так вот. Не знаю, может кто-то подскажет по-другому, как это можно все делать. Все, камин, 3 минуты. Все, хватит. Так, стопэ. Откуда у меня идет запах? Кто мне скажет? Почему у меня идет запах? Что я с собой ношу такого? А чего идет запах? Вроде сырого ничего нету. Так, попахивающая линия приготовленная. Попахивающая линия, ну давай съедим. Мы сейчас избавимся от тебя.
Так, давай тебя бросим на уличке. Вот тут я буду знать, что ты у нас попахиваешь. И все равно перевес, наверное, из-за водички, да? 38, 35, ага. Пить. 2 литра. Блин, ну давай в воду. Не, воду оставлять я не хочу. Палки можно оставить. Где вы? Хотя нет, тоже нужны. Блин, приготовление грибов. Начать делать. Мне тут посоветовали из мха делать, но у меня мха нету с собой. К сожалению, мха у меня с собой нету. Но когда на меня мишка напал, типа из мха можно это все делать. Так, самодельная обмотка для рук. Факел. Что мне нужно? Не, розжиг пока мы тратить мы не будем, да? Труд тоже не надо. Так, дай посмотреть. Давай, наверное, мы баночку одну оставим вот здесь. Заберем, заберем. Набор для очистки огнива мне не надо. Набор патрона для револьвера. Мне бы еще револьвер бы найти, да? Давай, наверное, бросить все. Делаем с вами вот так вот. Делаем вот так вот. Раз. Потом уже с вами все позабираем. Все, вроде потихонечку становится меньше хлама. Наконечники стрелы. 200 грамм, да? Угу. Так, ты кто? Патроны для ружья бросить не надо. Точильный камень. Блин, давай, наверное, этот мы с тобой бросим. Это мы сейчас полностью с тобой... Заюзаем его. Во. Шикарно. Здесь собрать. И отправимся с вами вперед. Только часик поспим, для того, чтобы сохраниться. И пойдем потопаем вперед. 36. Мне 1,5 килограмма надо скинуть. Надо скинуть 1,5 килограмма. То есть... Вот эти вот два кусочка, да? Ладно, оставим здесь готовую еду. Так, бросить и... А что, не? Во, вот так вот. Все, закрываем дверку. Не, не закрываем дверку. Ложимся часик спать. Как раз мы сохраняемся. На крайняк, если что, то сразу быстро выходим и возвращаемся в домик. Ну, чтобы... Мало ли, чтобы никто не напал на нас. Так, все. Закрываем и потопали с вами вперед. Хочу куда-то туда пойти. Ага. А вы видите вон вдалеке? Это меня глючит или это мишка ходит? По-моему, это медведь, да, ходит? Что у меня по поводу? Две стрелы, да, нормальные. А на медведя, по-моему, нужно 3, если я не ошибаюсь. Но вроде бы, как бы... Медведя можно этим, сигнальной ракетой отвлечь. У нас одна штука есть. Ладно, только здесь я, честно, не знаю, куда нам идти. Так, волк, хорошо. В руки 8 штучек осталось. Нужно будет наделать еще, когда мы будем в следующий раз с вами костер разжигать. А, вот и мох. Все, сейчас я насобираю мох и сделаю. Да-да-да, я прочитал это все в комментариях по поводу мха. Так что сейчас соберем и сейчас все сделаем. Ау. Где-то тут еще мох был. Меня ж не глюкнуло, я же где-то видел еще здесь мох или нет?
могу делать? Повязка из мха. Из мха повязку могу делать? Нет, не могу. Стоять, а ты кто? Молодой клен. Ага. А знаете, что мне нужно? Мне, по-моему, если не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, сейчас нужно будет посмотреть. Где ты? Где ты? Сухой молодой клен, 4 штучки. Ну что, могу нас поздравить. Одна штучка есть. В любом случае, я сейчас верну ее назад в домик. Я с собой ее брать не буду. Ну, в этом нет никакого смысла. Заодно поедим плотненько. Попьем водички и отправимся дальше. Я ж могу пробежать? Да, могу. Блин, вот все хорошо с этой одеждой, то, что я наделал. Но вот это вот стамина справа у меня в половину меньше стала. Реально убивает. Тут нельзя никакой код прописать, чтобы у меня был бесконечный переносимый вес. Не, ребят, никто не знает. Я бы с радостью его бы вписал бы. Так. Что я хотел? Угу. Кажется, кинуть палку хотел в доме. Давайте кинем палку. Все. Палку кинули. Можно поесть, можно попить. И можно топать вперед. Хорошо. Потому что когда кидаешь палку, сразу хочется поесть и попить. У нас опять что-то воняет. А что воняет? Мясо, да? Свежее, свежее. Но запах идет от нас. От чего запах? Что издает запах? Мох? Или это я вспотел и запах издаю такой? Видите, запах идет? Чего запах? Это все единственное вот это вот. Готовая еда, которая у меня есть. Ладно. Ладно, ну, допустим. Допустим, это просто от меня идет запах. Ну, возможно. Я не уверен, что мой герой хоть раз когда-то где-то мылся. Давай. Не хочешь, да, есть? Тряпочка, тряпочка, палочка. Прекращай выть. И так стрёмно. Да твою ж. Чтоб его выкинуть, кто мне скажет? Мне швейный набор нужен, 2 штуки? Я думаю, нет, правильно? Да-да-да, я знаю, Арчи, ты задолбал. Ты дальше дома 2 метра не можешь пройти. Ну что я могу поделать, вот. Скажите мне, пожалуйста, что я могу поделать, если он проснулся и не хочет, понимаешь? Бросить. Вот, все. Сохраняемся. Все, обещаю, точно идем вперед. Просто идем вперед. Вообще даже ни на кого внимания не обращаем. Вот так вот делаем. Все. Точно топаем вперед. Берем в руки с вами мелок для зарисовки и идем. Все равно запах идет. Ну ладно. Так от чего? Ой, прекращай. И так тошно. Не могу понять, воняет от меня. Почему воняет? Перышко. Опа. Еще перышко. Мне интересно, закаленными стрелами в огне вот эти, что маленькую дичь ловить можно, оленя можно словить так или нет? Ну, потратив 700 стрел. Или такое себе.
правильно? Я ж клен же выбросил. Ну, то есть палку, да, палку же мы кинули, вот, правильно. Помню, помню. Сори, как говорится, склероз, ребят. Так, повязка. Начать делать. Машина воняет. Штука. Мне все равно запах идет. Да твою ж. Сухой, приготовлен тяжелый. Да. Шо воняет? Вот реально. Воняет. 3505, блин. Мы не хотим есть, пить хотим. Не хотим. Ладно. Походу ответа, что воняет, мы не узнаем. Ага, а вон и медведь, ребят, видите? А вон и мишка. Мишка, мишка, где твоя улыбка? Так, интересно, ля, наверх что-то идет. Ага, пометка, пещера. А мы наверх можем с вами подняться. И что это нам даст? Интересно. А нам точно сюда? Ну, справа вроде... Вроде ничего нету. Так, сейчас посмотрим. Ну да, навряд ли я сейчас как в песне, разбежавшись, прыгну со скалы, правильно? Так, а ну. Ну да, такое себе сомнительное занятие, наверное, будет прыгать. Так что топаем вперед. Надеюсь, это будет у нас переход на пепельный каньон вот тут где-то. Я это очень надеюсь, потому что там где-то есть рюкзак. А мне плюс 5 килограмм, понимаете, это как, я не знаю, как шоколадку получить с утра с чашечкой кофе. Будет очень и очень. Так, отлично. Ребят, я таки извиняюсь, но нам придется вернуться. Реально, я прям очень сильно извиняюсь, но нам нужно вернуться и кинуть еще две палочки. Да. Мы просто их с собой не унесем. Так что вельми пониже, как говорится. Но нам нужно вниз. Реально. Ага, вы слишком тяжелые. Нам нужно три штуки такие. Ой, а кто-то идет. Ёб твою. Ты кто? Слушай, зайчик, а давай ты уйдешь отсюда, давай. Ёб твою. Ну, пожалуйста, ну, дерни отсюда. Так, давай, знаешь, мы что сделаем? Мы на уступ вот сюда. На уступ сюда сейчас скинем с вами всю нашу еду.
Сейчас быстро поднимаемся, быстро причем поднимаемся. Забираем. Спускаемся вниз. Так, бонжур. Ага, нужно обойти, да? Все, тихо, тихо, тихо. Все, пошли вниз. Все, я ухожу, волк, честно ухожу. Не злись на меня. Гребаные волки. Ну, если на меня еще по пути сейчас медведь нападет. Я вообще в голосину орать буду. Ты баньки хочешь, да? Уже зайенька басечки ходит. Хочет, понял. Так, ладно, давай, наверное, пробежимся с тобой. Я уже забыл, в какую сторону нам идти нужно. По-моему, сюда, да? А куда мы пришли? Так, извиняюсь, куда мы пришли? Где мой домик? Вот тут, да, по-моему? Да. Хоть бери стрелочку, рисуй какую-то. Ребят, если я знаю, я забуду. Вот. Реально, если я знаю, я забуду. Нужно стрелку какую-то нарисовать здесь. Во. Во. Вот так вот. Побежали. Угу. А вон и волки позорные. Которые, наверное, на оленя, да, хотят напасть сейчас. Ну тогда давайте так. Сейчас подождем ночи. Подождем с вами. Поспим, поедим. Потом нужно будет попробовать найти еще одну такую палку. Знаете, в чем проблема моя? Я когда лук создавал, у меня было две. Как печально слышать от парня, что у него было всего две палки. Так, о чем это? Да, это как его. Вот эти вот еловые. Какие эти? Кто вы? Вот эти вот кленовые деревца, да? Я тогда потратил две штуки и сделал себе два лука. Не знаю зачем, но такое, почему бы и нет. Если бы я не потратил бы, возможно, уже было бы 4. Но тоже я бы их бы оставил бы все где-то на том месте. Надо будет, когда я буду отсюда уходить. А я в любом случае буду уходить. Надо будет как-то перенести это все. Как-то перенести это все надо будет. Так, давай еще две штучки. Правильно, нам нужно аж 4 будет. Да. Деревце. Деревце, все. Давай поспим. А сколько спим? Ну давай 10 часов поспим. Давай поспим 10 часиков. Так, это что такое? А что такое? Даже свет работает иногда. А, я так понимаю. Это когда у нас этот, как его... Северное сияние у нас свет работает, да, с вами? Прикольно. Ладно, теперь точно топаем вперед. Мы с вами выспавшиеся. Надеюсь, вам видно. Реально, надеюсь, вам видно. И мне не придется сейчас тратить факел пустую.
Так, не туда пошел. Нам в эту сторону. Нужно будет сейчас подняться и куда-то конкретно дойти, хотя бы до какого-то домика. И вот такими маленькими перебежками мы с вами будем проходить эту игрулю, не спеша. Пока мест ни грибы, ничего собирать не буду. Я думаю, знаете, что я с собой таскаю много этого камыша нашего для еды. Может, мне не надо столько много? Я где-то услышал, зайку съели. Кстати, что там? Что там моя одежда? Шапка 25-44. 25-44, надо будет запомнить. Блин, ну если я из-за медведя потеряю шапку, я найду всех его родственников. И этот Потапыч пожалеет, что он со мной связался. Давай подождем часик. Восстановим немножечко себе стамины. Все, полезли. Нужно же будет сейчас справа не забыть еду. И нужно будет наконец-то себе сделать кошки альпинистские. Потому что... Так, давай забирать. Да, ребят, это... Будет очень долго и нудно, но... Надеюсь, у вас из этого припадка не случилось. Напиши мне в комментариях, если у тебя реально случился эпилептический припадок. И... Ты сейчас сидишь, смотришь меня в больнице. На приеме у врача. Все. И опять перевес. И опять перевес. С чего перевес? Я не знаю, почему у меня добавляется... Вес, чего вдруг? Но это я не брошу, это в любом случае я не брошу. Вот даже и не уговорите меня. Возможно, литр этой штуки можно будет. Вот так вот, давай, полезли. Но еду я явно не брошу. Все, пошли отсюда. А теперь главный вопрос. Налево пойдешь, коня потеряешь? Либо направо? Куда тут идти, я вообще без понятия, честно. О, еще эти меня пугают, падла. Как там, веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Идите вы нахер, я сам здесь впервые. А что это за пещерка? Что это за пещерка? Старый мох. А это не пещерка. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Кто бы мне подсказал, что я делаю не так? Короче, сейчас пойдем максимум прямо. Максимум прямо пойдем. Блин, у меня 3 штучки осталось. И посмотрим. Может, реально куда-то придем с вами? Так, пусть тут будет тупик, пожалуйста, чтобы мы с вами не бродили. А тут и есть тупик, да? Или не, или тут у нас какая-то пещера. Так, забраться. Ля, мы забраться можем? А, я извиняюсь, каким образом? У меня, конечно, был альпинистский и вот этот вот канат. Да он у меня дома остался. Ага.
Ладно. Ладно, идем прямо. Что там? Ага, ну ночь полная. От нас до сих пор, от нашего героя, воняет. С чего вдруг? Может, носки поменять надо просто? Было прикольно, слышь, разработчики сделать и так, что нужно еще носки менять, потому что если ты не меняешь носки, за тобой волки еще больше охотятся. А если ты месяц их не менял, то они убегают от тебя. Так, это что такое? Ага, пещера какая-то. Так, надеюсь, вам хоть что-то видно, потому что если нету, это будет печалька. Так, что здесь? А здесь ровным счетом ничего, да? Ну да. Ладно, ладно. Придется, наверное, возвращаться. Я не знаю. Опять не туда зашел. Запах, а чего запах идет? А чего может быть запах? Напишите мне, пожалуйста. И куда я свернул не туда? Так, нужно вернуться и пойти направо. Наверх еще как-то подняться надо. А как наверх мне подняться? Либо как спуститься? Блин, столько вопросов и ни одного ответа. Так, ну это деревья трещат, хорошо. Это я уже понял. Блин, неужели мы с вами заблудились? Ну, точнее, я заблудился, да? Но я как обычно. Я же говорю, у меня топографический кретинизм, понимаешь? Мне нужно конкретно брать и за ручку вести, потому что я так не пойму. Направо, налево. Вниз, вверх. Так, ну тут мы поднялись. Хорошо, пошли сюда. Раз мы тут поднялись, пошли сюда. Возможно. Может, нам вниз нужно? Не, погоди. Отсюда я сейчас пришел, правильно я понимаю? Отсюда я вроде пришел. Да, я посмотрю. Здесь вроде у нас с вами крыло самолета. Да, и с этой пещеры я сюда прошел. И дальше там должна быть хижина. А, я теперь разобраться не могу. А, не могу. Ладно, ладно. Ну тут тупик. Если здесь не тупик, опять же, можете мне написать и сказать. А может наверх подняться? Ну и шо, и толку, шо я наверх поднимусь. Дальше, наверное, же я не смогу пройти. Ладно, давай экспериментировать. Просто сдаться мы всегда еще успеем, правильно? Давай пробежим. Сдаться мы всегда с вами еще успеем, ребят. Я просто сделаю вид, что я там случайно с горки упал. Такой, ой, все. Не могу поднять ногу. Все, на этом наша серия закончена. Так, ну подняться мы поднялись. Отлично. И что это нам с вами дало? А ровным счетом, наверное, ничего, да?
Так, вон еще турбина какая-то. Ага. Вот здесь мы должны были с вами подняться, да? Это ж эта штука, правильно я понимаю? Где мы должны с вами закрепить трос альпинистский. То есть вот здесь мы с вами... Где ты? Вот это вот. Забраться, правильно? Мы здесь стоим сейчас. По-моему, насколько я понял. Да, использовать трос. А трос у меня дома остался. Знал бы, взял бы с собой, честно. Давай зарисуем. Еловая, еловая, ведь еловая. Мне, по-моему, не еловая нужна, а другая. Найден место двигатель. Отлично. Что это нам дало? Ребят, вы хоть что-то видите, честно, скажите мне. Мне нужно факел с собой брать в такие моменты, или вам все видно? Так, двигатель я нашел. Хорошо, допустим. Что это мне даст? Давай. Давай зарисуем. Висящий мох. Блин, мне бы, наверное... Давай, наверное, мы с вами погреемся немножко. Ага, нужен топорик. Блин, а... А чем бы погреться? Чем бы и где бы погреться? Так, разломать. Ну, а теперь, наверное, мы погреемся. Вот здесь я сохранюсь. Возле дерева. В следующей серии уже будем решать. Возможно, я не туда пошел. Погоди, это пещера? Это пещера или мне кажется? Ля? А что это? А кто ты? А ты кто? Пещера Волчья гора. Камень. Угу. А ты кто? Погоди, я, по-моему, здесь был с вами. Или не был? Интересно, это новое место, да? Не помню, не помню, не помню. Уголь, уголь. Дрова. Батончик. Братиш, как ты? Еще уголь. Ага. Ветка, 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 ветка. Так, давайте, знаете, как мы с вами сейчас поступим? Повязка. Знаете, как мы с вами поступим? Мы сейчас с вами сделаем действие, ремонт. Блин, я не хочу швейный набор тратить. Давай, наверное, мы... Давай, наверное, бросим варежки. Ну, на, держи, братанчик. Давай, наверное, здесь я сейчас разведу костер. Я здесь сохранюсь, и вы мне как раз... Не, пока мне даже сохраняться... Нет, это разводить не буду. Сделаю вот так вот.
Спальный мешок, сон час. Давайте на этом сейчас серию закончим. На этом сейчас мы серию закончим. И напишите мне, пожалуйста, если я пойду... Погоди, не то. Если я сейчас пойду вот туда, в этой пещере, по направлению вот туда, типа дальше, куда я выйду? Выйду ли я на пепельный каньон? Если я выйду на пепельный каньон, и я прочитаю это в комментариях, значит, я дальше буду, то есть, продолжать двигаться туда, дальше за рюкзаком. Если нет, то придется туда возвращаться. Так что просто напишите, если я пойду сейчас туда прямо, я выйду на пепельный каньон, да или нет. Все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, до этого момента вы досмотрите. Я на это надеюсь. Так что пока новых серий не будет, пока я не узнаю, там ли у нас пепельный каньон. Так что все, всем пока-пока. Да потом. Я тушить лампу и отдыхать. Все, всем мур-мур.